Андрей Лихачев – казанский потомственный дворянин. Любил музыку, живопись, литературу, историю, археологию, этнографию. Его интересы в совершенно разных областях нашли отражение и в его такой разной коллекции. Свои сокровища он собирал больше 30 лет и во второй половине 19 века стал крупнейшим коллекционером Казани. Большая часть экспонатов, а это коллекция оружия, доставшаяся ему от отца, коллекция книг, которая досталась ему от прадеда, досталась ему по наследству при разделе имущества. Археологическую коллекцию Лихачев собирал самостоятельно путем раскопок вдоль течения Волги, в Болгаре, Беляре. Что касается восточных редкостей, то их привез ему его старший брат, адмирал Иван Федорович Лихачев. Именно брат после смерти Андрея Лихачева и передал все предметы в дар Казани для создания городского музея. В коллекции Андрея Лихачева около 40 тысяч предметов. И, конечно, представить все на выставке просто невозможно. Здесь 350 самых интересных, необычных и ценных экспонатов. Среди раритетов – античный кратер, египетские древности, флорентийская мозаика, художественная бронза. Впервые экспонируется Библия Пискатора, барочные издания священной книги Ветхого и Нового Завета, восточные альбомы с иллюстрациями из жизни Японии и Китая. Поверхность такой книги полностью сверху донизу заполнена рисунком. Нету ни единой белой границы. Монеты Древней Греции и Рима, Турции и Ирана. Нумизматическая коллекция Андрея Лихачева доходила до 25 тысяч монет. Редкие экземпляры он приобретал на антикварных рынках. У известных коллекционеров даже торговался с родственниками, чтобы заполучить монету. Андрей Федорович Лихачев – это исключительная личность. Исключительная, прежде всего, потому, что он очень много успел и очень много сделал именно такого вот для сохранения ценностей и для изучения этих ценностей. Этнографическую коллекцию он собирал самостоятельно в поездках по Казанской губернии. На выставке уникальные предметы о жизни народов Поволжья. Татарские ювелирные украшения, русские, марийские и мордовские женские головные уборы, вышивки. Мне интересна японская гравюра. И я, честно сказать, еще ни разу не видела я ее воочию. И у меня была такая возможность ее разглядеть, и я очень этому рада. Интересно увидеть столик, который саморучно вышит самим Андреем Федоровичем, бисером. Делал много своими руками. Его коллекция стала основным фондом музея сначала городского, а начиная с 20 века Национального музея республики. Выставка открылась как раз к 127-летию со дня его основания. Познакомиться с экспонатами Андрея Лихачева, с которой и началась история музея, можно до 25 мая. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.